Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Всем привет. Всем привет. Ребята, вопрос от Максима. Как зовут этого попугая? Кто первый напишет, будет красавчиком. У нас сегодня очень классная рубрика. Аниматроники пугают охранника в VR. Если спите, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем выживать. Так, что у нас тут есть? Это вентилятор. Выключи его, он пердит. Пердит нормально, да. А это? Тоже вентилятор. Я слышу шаги. Ты слышишь? Да. Ну где-то здесь. Я видел глаза. Там глаза ходят. Усанёк, ты где? Я боюсь один. Иди на звук. На свет, точнее. Глаза-то идёт. Я в вентиляцию. Я слышу его. Ходит там. Это ты? О, это я. Ё-моё, у меня так сердце встанет. Ты чего? Это очень опасно. Ты еще резко пойдем, так прибежал? Тебя. Я иду. Пойдем. А, ты решил брейк залобать? Ребята, танец от гусь Санька. Слышал? Блин, ты меня испугал своим кофейным аппаратом. Эта кружка, ну как бы нормально, да? Ну, не сильно большая. Беги. Ой, тихо. Прощай. Кусанё, ты где? Я иду на помощь к тебе. Помоги. Аниматроник за мной бежит! А! Блин, не успел. Смотрите, ребята, какое у нас есть оружие. И мы будем защищаться здесь. Он убивает, да? Нет. Беги, гусанёк! Слышишь? Я это... Откуда звук? Оттуда. Давай лучше сядемся здесь. Смотри. Кусанёк! Ты живой? А я живой. Так, пошли. Слышь, ты проволочная морда. А где он? Ну, ушел. Вот это он быстрый. Так, пошли еще раз по обход по пиццерии сделаем. Пошли. Слышишь? Слышу. Пойдем. Ой, он сзади. Беги. Давай я закрою. Ты его придавил дверью, смотрите, не может пройти. Уходи. Проволочная морда, а? Так, давай еще раз, а то что-то пошли. Не получилось. Не выпускают нас аниматроники эти жопы. О, опять. Слышишь? О. О, пошли, Дим, сюда. Пошли. А что здесь? О, я помню эту часть карты. Как же я тут давно не был. Что будет, если мы нажмем? Ты просто останавливаешь эту штуку. Ой. Ой! Не дает, короче, нам выйти из нашего убежища. Надо его замочить. Слышишь? Мы его убили. Так, попугай минус. Что это было? Свет. А что, свет выключился? Аниматроник выключил нам свет. Это аниматроник. Слышишь, какие интересные? Если увидишь, говори.
Сейчас, ну-ка. Меня убьет. Подойди. Ты опасный парень, я тебе скажу. Где она? Все, ушла. Это хитрая жопа, а? Сонек, я проиграю. Нормально. Ты неадекватный, да я стрельну. Гусюляк, прощай. Я, пожалуй, здесь посижу, пока ты будешь там стрелять. Я немножко, видишь, постреляю, потому что хочу убить. Вот. Я не знаю, вроде стоял за углом там. Это жесть. Вроде с этой стороны уже, да? Или с этой? Какой стороны? Убил! Твоих аниматроников замочил. Вот это я жесткий сегодня. Все сгорают вокруг, все орут. Ну что, где ты, аниматроник? Давай, иди сюда. Максим, ой, Гусанёк, прощайте все. Слышишь меня? А! Убил? Гусанёк, ты молодец. Мы уже троих убили. Это было просто. Они нам еще свет выключают. Вообще их зараза. Да, аниматроники выключают свет? Да, прикинь. Так, идем пройдемся. Да как так быстро убил? Что за бред? Гусанёк! Ой, прощай. Где он? Гусанёк, извини. Ребята, два дурачка. Я хочу убить аниматроника и уже тогда выходить отсюда. Так, давай, где ты пос... Вон он. Убил? Гусанёк, я убил? Я такой убиваю гусанька одного, больше никто не умирает. Ну чё, где этот челепиздрик? Убили мы его? Нет, не убили. А я его буду тут ждать. Короче... Теперь мы выходим на охоту. Мы должны его убить 100%. Только ты меня не убей, пожалуйста, Гусанёк, я тебя прошу. А ты меня не... О, он меня убил! Там какие-то звуки. Это марионетка страшные. Такие звуки издают. Ой-ой-ой, осторожно. Лестница смерти. Так внимательно ты... смотрим. Что у По-любому кто-то тут есть. Вот это очень странная комната, это как комната пыток, что ли. Я запер дверь, там не зайдет никто. Ой. Слышишь, идет? Он ближе. Видишь? Пытается, видишь, пытается открыть. Да-да-да. Вот он. Смотри, у него какой-то механизм живота вылез. Да. Что, откроет? Не знаю, пытается, наверное. Нам жопа, прощай. Давай еще раз пробовать, только теперь будем мочить. Давай, только я буду за спиной у тебя. Он думал, что он самый умный? Хорошо, сейчас мы покажем, кто умный у нас тут. Вот, ребята, плюсы VR. Ты его убил. Ты убил его. Я смог из-за угла заглянуть и увидеть его пальчики там стояли. А он хотел, чтобы мы тупо зашли, и он сразу нас замочил. Какой хитрый аниматроник. Не получилось. Так. Надо где-то спрятаться. Мы хорошо их сегодня замочили. Прям великолепно. О, сцена. Буду танцевать. Слышишь? Надо его замочить как-то. А Гусанёк лобает, а? Вон он, отойди, отходи. Гусанёк, не подходи туда. Он сзади. Вы представляете, какой настырный аниматроник попался? Какое оружие его может убить? РПГ? Не. Арбалет? Не. Пистолет? Не. Что-то... Изгонять? Ну, физган может. Смотри, вон он. О, вижу, уполз. Так, лезет. Отходи, я сейчас буду его убивать.
Ты меня убьешь. Прощайте. Ой, я живу. А ладно, ой, я понял. Как ты думаешь, в этот раз получится у нас выйти или нет? Проклятая вентиляция. Ребята, никогда Гусанька не берите в напарники. Это самый неадекватный человек. Где он? А! Да ё-моё, не успел ничего сделать. Он уже убил меня сразу. Да ты смотри, что он делает. Есть, отлично, попал. Мы должны его замочить по люпасу. А, и меня съел, блин, я штоки поджал. Гусуня, почему его не можем убить? Что такое? Да босс. Сейчас убью. Самый последний аниматроник, самый сложный. Мы его должны замочить. Ну давай, босс. Покажи, на что ты способен. Да ё-моё, у него радиус большой. Убил? Убил его. Все. Молодец, Гусанёк, ты лучший охранник после меня. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.